По твоему приказу стреляли в моих детей. Тысячи могил на твоем пути, и в каждой мое дитя убитое тобой. Каждого я вскормила, вспоила, учила ходить, каждого ждала и не дождалась. Никто не вернулся домой, не сел со мной у стола, не повел меня старую под руку по улице. А ночью не дышал одним дыханием под одной крышей со мной. За что ты убил их? Молчишь? Но ты ответишь нам, ответишь всем, кому принес горе и скорбь.